интересно. Да, конечно, очень, очень важная победа, очень приятно. Поэтому двигаемся дальше. Мы уже набрали ход, 3-я победа подряд. Надеюсь, что так, так дальше и будет. А что случилось? Во втором тайме перестроили игру, вы в первом пропустили, и как мы ставим старт на второй тайме? Ну, там неудачный пресс в первом тайме привел к голу, да, но мы собрались, исправили ситуацию, доминировали, и, наверное, заслуженно победили. Было ли когда-нибудь у вас, что одну минуту заливается, но была один раза после ВАР, а потом сразу все еще так, и может быть такой впервые уж говорить? Да, я такого не видел, да, но очень, очень, очень классные были ощущения и эмоции. Поэтому поздравляем Краснодар. В чем сегодня были сильнее соперника и в чем уступили? Ну, мне кажется, мы сегодня были практически во всех компонентах сильнее, и вот даже после пропущенного гола, точнее, наверное, вот начиная с пропущенного гола, мы полностью уже забрали инициативу и доводили свои атаки. В втором тайме больше конкретики получалось, поэтому как раз таки забили, было много моментов, много подач, поэтому второй тайм точно в атаке у нас очень получился и заслуженно победили еще раз. Коллеги, вопрос. Данил, почему такие два раза тайма, например, что вот не получилось в первом тайме? Погода, жара, что получилось? На самом деле, ну вот опять же, наверное, вот неудачный вот этот обрез в центре поля, который привел гол, потому что гол не вытекал. Мы владели мячом и вот, к сожалению, вот так ошиблись, но все вместе исправили, поэтому никому никаких претензий не может. Была ли какая-то эмоциональная речь, может, мы сами перерыли? Что сказал команде? Сказали, что нам надо больше доводить мяч вперед и обострять именно. Вот этого не хватало в первом тайме, а во втором тайме это добавилось, поэтому это привело к голу. Данила, вот мы игре вашу изменили, какие-то эмоции, ощущения, что ты был первым за Краснодар, который отнимает? Да, на самом деле ощущения были, конечно, не самые приятные, особенно в моменте, когда отменяют гол, потому что первый, да, я был, ну, очень обрадовался, да, но если гол не по правилам, то что грустить, надо забивать на уровне. Не по правилам, ну, а сайт, конечно, сайт не по правилам.